Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по прекрасной книге «Великий музей мира» Игнасио Сулуага и Савалетта. Деревенский Торрера. 1906 год. Холст масла 197 на 145. Город Эйвар, в котором родился Игнасио Сулуага, расположен в центре исторической провинции страны басков и знаменит своими ювелирными промыслами. Отец будущего художника Пласида являлся прославленным мастером. Семейным делом был декор оружия. Игнасио не продолжил династию. Хотя в юности он с успехом помогал отцу-чеканщику. Тот желал видеть в наследнике архитектора. Но пребывание Сулуаги в Мадриде и влюбленность в шедевры испанских мастеров Золотого века Эль Греко, Веласкеса, Риберы склонили чаши весов в пользу живописи. После поездки по Италии в 1890 году он надолго остался в Париже, включившись в бурную жизнь столицы художественного мира. Однако молодой творец не раз возвращался в родную страну. Первая большая серия работ, начатая в середине 1890-х годов, сделала его имя чрезвычайно популярным. Это так называемая «Белая Испания» с ее фольклорными образами цыганок, тореадоров, танцовщиков и танцовщиц. Хотя очень скоро в искусстве мастера родился и другой типаж – представителей высшего света на парадных портретах. Все же он часто обращался к своим первым излюбленным сюжетам. Ну вот такое описание к работе Игнасио Сулуага и Савалетта. Работа называется «Деревенский Торрера», 1906 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.